В Люберцах стартовал первый отборочный тур конкурса «Педагог года 2018». Торжественное открытие прошло в гимназии номер 16 «Интерес». На этом этапе участникам предстояло интересно представить себя и познакомиться с соперниками. Талантливых преподавателей городского округа Люберцы узнавала лучше Анна Троян. «Педагог года» – конкурс талантливых, одаренных и лучших. Конкурс, который уже более 25 лет дает возможность вырасти профессионально и творчески. Нина Бузуверова – выпускница Оксфорда. Преподает английский в 16-й гимназии. Преданность любимому делу, уверена участница, поможет ей быть в числе лидеров. Потому что именно от детей ты чувствуешь ту отдачу, все те силы, которые ты в них вкладываешь, и видишь результаты. И когда видишь, что у них горят глаза, что они к тебе бегут с распростертыми объятиями, ты понимаешь всю свою значимость. Всех новоиспеченных конкурсантов приветствовали лучшие педагоги Люберец разных лет. Их методики преподавания теперь используют и другие. С каждым годом интерес к конкурсу только растет. Вместе с тем повышается и конкуренция между участниками. На этот раз свое желание сразиться за звание лучшей изъявили 20 воспитателей и 25 учителей городского округа. Конкурс не только он профессиональный по своей сути, но он творческий. Он еще и призывает наших педагогов к тому, чтобы найти что-то новое в своей профессии и в своих методиках преподавания. Ну и, конечно же, надеемся на то, что мы свои мечты, которые вот на сегодняшний день имеем, нам удастся воплотить в жизнь. В день открытия конкурса педагогам предстояло представить на суд жюри свою визитную карточку. Рассказать о себе интересно и нетривиально. Отрадно видеть в составе участников мужчин. В этом году их четверо. Все они – учителя физкультуры. Юрий Исаев, к примеру, молодой специалист. Однако он точно знает, как привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Есть, безусловно, методика. Эти дети, которые помогают мне, которые участвуют сначала в спортивных мероприятиях, они перерастают потом в моих помощников. Это их мотивирует, участвует. За счет этого они участвуют во всех мероприятиях, им это нравится. Следом за визитной карточкой в первом туре участникам предстоит провести открытые уроки как в своей школе, так и в образовательных учреждениях конкурентов. Каждому презентовать свою образовательную методику. Ну что ж, а впереди у участников несколько сложных этапов. В полуфинал пройдут по 6 педагогов в каждой номинации. Их имена станут известны в начале декабря. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.